Добро пожаловать в Euro Truck Simulator 2, версия 1.51, на борт грузовика МАЗ. Серию грузовика я не помню. Два слова об этом скине. Дело в том, что когда я еду домой на такси или на машине, я часто проезжаю, практически всегда, собственно говоря, проезжаю через некий такой автосалон Liebherr. И мне очень нравится логотип Liebherr, такой вот, ну, вот нравится, не знаю. И, короче, я задумал сделать свой логотип прямо вот в стиле Liebherr. Цвет тот же взять, шрифт тот же взять. Но, к сожалению, шрифта Liebherr я не нашел. Просто сделал похожий. Дорисовал там кое-что. То есть этот шрифт практически, это написание вот это вот, оно практически тоже нарисовано. То есть это, ну, в общем, почти даже не шрифт. Слоган We're Rolling World я тоже придумал. Мне очень прикольно, что я придумал такой интересный слоган. Я бы даже, может, кому-нибудь его толкнул, какой-нибудь логистической компании. Потому что We're Rolling World — это типа мы вращаем мир, да, колесами. Ну, как бы дальнобойщики, грузовики, то есть мы колесами вращаем мир. Такая вот прикольная штука. Мне нравится, не знаю. Но здесь мелко написано, шрифт высокого, логотип, текстура высокого разрешения, 8000 пикселей, поэтому, в принципе, даже мелкий шрифт читается более-менее. Ну, то есть, по крайней мере, понятно, что он там есть. И там сейчас ошибка, потому что здесь должно было быть написано мелко Bastian Oliver, Worldwide Tracking и адрес. Но я что-то там где-то прощелкал это вот дело, потому что Bastian Oliver — это я, и это имя из Бесконечной истории. Я как-нибудь сделаю, может быть, на этом грузовике, может, на другом грузовике, потому что практически все мои грузовики сейчас в этом цвете и с этим логотипом. Он мне нравится. Единственное, что я такой водитель, что вот из этих трех иконок мне близки только первые две. Я, может быть, как-нибудь съезжу куда-нибудь на этом грузовике, возможно, типа там из Москвы в Германию, например, потому что вот буква И стилизована под немецкий флаг, и почему у меня такая любовь к Германии, у меня есть целое видео об этом, по-моему, даже две поездки, называются они «Дважды обманутые», то есть почему я не попал в Германию, почему я не уехал в Германию, хотя вся моя семья уехала. И мамы уже нет, а брат живет в Германии просто припеваючи. А чего она дергается стоит? Она реально стоит, дергается машина. Вообще грузовик очень странный. Когда заводишь его, он как-то так приподнимается, кабина, то есть какой-то такой, вообще что-то ходуном ходит. Он, скорее всего, жопой просто уперся в эту поленницу. Садимся в грузовик. Сейчас заведем его. Он так чуть-чуть прям выровнялся. Садимся в грузовик. И, собственно говоря, зачем нам эта поездка? Это не поездка, это просто мы находимся на карте Русмап. Я случайно заехал сюда. Я не помню, зачем я сюда заехал. Я еще не отвез груз. Мне уже пришло сообщение, что типа там этот груз очень важен для нас, давайте поторопитесь. Но я сюда заехал и увидел то, что хочу, собственно говоря, вам всем показать. Мне это безумно понравилось. И, собственно говоря, давайте посмотрим на это вместе. Проехал чуть-чуть. Таких вот бабулек я тут увидел. Совершенно просто не поверил вообще. То есть я видел проституток на дороге. Ну, хорошо прорисованы, не очень хорошо. Ну, в общем, эти бабки мне прям понравились, что пипец вообще. Сейчас я так
подровняю чуть-чуть картинку. Вот. И вот прямо вот, понятно, что они две похожие, ну, то есть это одна как бы и та же, ну, это типа сестры, будем считать, да. Вот, но они по-разному сидят, и вот такие вот текстурки у них клевые. Короче, мне пипец как понравилась, такая прям на эту Пельцер похожа, Татьяна, по-моему. Вот, я, к сожалению, не смог никак подобрать какой-нибудь ракурс, чтобы их рассмотреть как-то по-другому. Потому что в игре, насколько я знаю, нельзя выйти из машины. Можно выйти из машины только в гараже. Походить там по гаражу. Вот. Ну, в общем, короче, увидел таких вот бабушек. И как-то вот что-то, блин, так умилился, потому что они такие прикольные. И они такие не противные, такие улыбчивые бабки. А вот сидят себе что-то, на солнышке греются. Ну и, собственно говоря, вот даже одна так типа провожает взглядом грузовичок. Ну, как-то вот очень так приятно. Мне прям понравилась вообще эта история с этими бабками. А, вот. Ну и, в общем, все как-то так прикольно. И грузовик этот прикольный с этим скином. Только надо будет желтый сделать не таким оранжевым, а все-таки более желтым. Ну и, собственно говоря, все, что хотел сказать, сказал. Поэтому всем пока и до новых покатушек.